Александр приехал со своей командой стрелков из Иркутска. Для них турнир по практической стрельбе третий и стал уже традиционным. Каждый год они завоевывают почетные места в турнирной таблице. Готовимся круглый год, специфика службы такая, что приходится заниматься постоянно. Вы должны быть физически крепкие, потому что с оружием бегать приходится, да, бегать, в том числе думать, потому что составлять план работы, каким образом, какие решения, когда поражать. Ну и именно постоянно совершенствоваться. Два дня соревнований. Первый день – стрельба из карабина, второй – пистолет. Каждый стрелок выполнил по 6 упражнений и свыше 120 выстрелов из оружия. Упражнения в практической стрельбе строятся таким образом, что никогда не повторяются именно сами упражнения, всегда новые. И стрелки, которые приезжают на соревнования, они не знают, что их ожидает. И, в принципе, буквально там за 3 минуты до начала стрельбы им объясняют, рассказывают, показывают. Стрелки – сотрудники спецслужб СОБРа, МВД, ОМОНа и Росгвардии. География турнира обширная. Этот год у нас, скажем так, рекордсмен по количеству участников. Более 160 участников с Кемеровской области, Забайкальского края, Иркутской области. Присутствует команда, сборная команда Монголии. Ежегодный турнир посвящен памяти сотрудникам СОБР, погибших при исполнении. Организаторами стали СОБР, Росгвардия и Федерация практической стрельбы Бурятии. Илья Балханов, Елена Нечаева, Александр Моисеев, телекомпания АТВ.